кормушка с одним крючком. Скользящая кормушка, и сзади кормушки один крючок. Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня хочу вам рассказать о самой уловистой снасти, которая у нас применяется на Днестре уже в течение, наверное, 3-4 лет. Почему она уловистая? Потому что она реально ловит карпа. Карп у нас приучен на горох, поэтому мы берем кормушку. Кормушку делаем скользящую, для того, чтобы была снасть наиболее чувствительная, и ставим обычно два поводка. Но в данном случае я вам хочу показать снасть, которую я буду применять в этом году, в этом сезоне. Почему? Потому что от двух поводков все-таки отказываюсь. Два поводка, второй поводок — это всегда предатель. Он всегда где-то за что-то зацепится. Что нам надо? Нам нужна вот такая скользящая кормушка. Вот с таким вот отверстием. Видите? Эта скользящая кормушка может быть вот такая вот. Она уже полностью выплавлена вместе с сеточкой и отверстие внутри. Может быть вот такая вот. Это первоначально была металлическая кормушка. Не скользящая, она глухая. Здесь вот подгинаю колечко, тут вставляется в середину трубочку. Все, получается скользящая кормушка. Снасть я хочу делать на литкоре, так как будет один крючок. И пусть она будет более, ну как бы, лежать на грунте, что ли. Одеваю на литкор сразу поводок. Поводок я сделал из флюорокарбона. Длина поводка 17 сантиметров. Почему из флюорокарбона? Потому что флюорокарбон показал лучшую работу, чем все-таки шнур. Делаем петельку литкора. Ставлю силиконовый шарик на другой конец. Так, здесь вот эту петельку довожу до самого конца. Здесь, собственно говоря, не оставляю вообще никакого расстояния. Нафиг оно надо. Обрезаю лишнюю нашу рубашку, затягиваю ее и сюда передвигаю силиконовый стопорок. Так, и одеваю кормушку. Вот что получается, видите? Вот эта бусинка нужна для того, чтобы наш вертлюжок не заскакивал вот сюда, в это отверстие. На другом конце литкора делаю вторую петлю. Это петля для крепления к основной леске. Ну и все.
Осталось проклеить вот эти две петелечки. Ну и снасть готова. Вот и все, друзья. Вот такая вот снасть. Эта снасть у нас работает уже на протяжении 3-4 лет, как я уже говорил. И она таки очень уловистая. Ловит карпа на раз. Единственное, что мы сюда еще ставили, вот перед кормушкой, еще ставили один крючок. Но в данном случае я от него отказался, потому что сейчас весна, сейчас начнет расти усиленно трава, и второй крючок – это предатель. Это предатель, друзья. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Удачи на рыбалке, заходите на канал, подписывайтесь. Все, будем дружить. Пока-пока.